как не на камеру, так все моментом переворачивалось без проблем. Всем доброго денечка, господа товарищи. Купили мы мираторговские ребрышки. Сейчас посыплю всякой вкуснятиной. И бабулины рецепты овощи в аджике. Сейчас все это вместе на сковородочке зажарим. Заморачиваться сильно не буду. Все по-простому. Главное успеть, тут тучки что-то набегают, чтобы не было дождя. Надеюсь, все успею. А главное, чтобы все разгорелось хорошо. Тут у меня деревяшки тут какие-то, то что старые разваленные грядки были. Я пособирал, чтобы добро не пропадало. Не просто так в костре жечь. Я думаю, приготовлю на них. Что-то они как-то крайне вяло пытаются гореть. Сейчас все раздухарится, надеюсь. Ставлю, пусть пока греется. Надеюсь, разгорится. Так, а сам пока быстренько вскрою и порежу. Как бы ничего такого сложного. Сразу в массе посыплю всем. Тут у меня осталось что-то от доширака. Так, сейчас даже не буду мучиться. Просто не знаю, что там за смесь. Без разницы как-то. Еду испортить сложно. Своей любимой зирой, солью и смесью перцев. Я люблю, когда приправки разные много. Перчиком много схватил. И солькой. Сторону. Так, есть у меня волшебная разжига, и все сухое должно было гореть и не вздрагивать. Оно почему-то не захотело разгораться. Помытая сковородочка. Так, ну, режем по костям. Вкуснотень, красотень, чтобы тут кусок не болтался, его отдельно порежу. Ой, пожарю в смысле. Все это быстро делается. Надо будет попробовать на решеточке. Пожарить. Это надо нормальные дрова, а не мусор какой-то. Мусор под сковородкой. Не жалко. Так уже становится жарко. Жалко. Так, вот сейчас все это выложу. На двоих самое то. Дочь в поход уехала с другом.
у друга родителя в Ленинградской области, там, на Воксе. Все лето в палатке живут. Они к ним отправились. Ну, а потом под конец уже добавлю аджики. Палка-копалка-мешалка. Старые деревяшки дают, что больше дыма, чем огня. Горит, тут все шкварчит. И по чуть-чуть переворачиваем. Говорю, так-то оно все быстро готовится. Как не на камеру, так все моментом переворачивалось без проблем. Как только снимать, все начинает прыгать и скакать. Дым-дым, я масло не ем. Все в глаза. Не, все это делать надо, конечно, на нормальных дровах. Это что-то какие-то старые доски, вообще трындец. Засыплю. Так-то его можно, как обычно, есть и холодным. Но чисто разогрею все вместе. И будет у нас прекрасный обед. О, все шкварчит. Все. Мяско готово. Я не буду его вытаскивать отдельно. Я сейчас так прям сверху закину овощи в аджике. Это немножко подогреется. Под крышечку немножко потомиться, и все, и блюдо будет готово. Вот и все, не буду тащить в дом. О, какая красота! Разложу здесь по тарелочкам, и все, и будем уже есть. Так, у нас тут еще до кучи и дождик пошел. Накладываю вкуснотень и красоту. О, какая! Когда-нибудь обзаведусь. За ней будет вообще волшебно. И все это дело с грузинским лавашом. Очень нам полюбился. Все, дамы и господа. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Все это помогает в продвижении канала. Если кому-то не нравится то, что я делаю, большая просьба отписаться, чтобы не портить статистику, а то получается подписчиков очень много, просмотров очень мало. Ютубу такое не нравится. Большое спасибо за понимание. Всем приятного аппетита и пока-пока.